Я должен сказать, что мое положение в партии более чем устойчиво. Во-первых, я являюсь лидером неформальным, потому что у нас есть председатель партии. Во-вторых, я занимаю пост председателя Палаты депутатов. И я хочу напомнить одну простую вещь. Партия, которая при всех даже возможных и существующих нарушениях и фальсификациях добилась оглушительного успеха, став третьей партией парламентской в декабре прошлого года, прошла в Государственную Думу, во главе списка стоял Сергей Миронов. И здесь, когда кто-то начинает уже забрасывать камешки, а вот если кандидат получит меньше процентов, чем партия на выборах, это разные выборы, разные условия. И здесь я знаю настроение моих товарищей по партии, знаю реальную ситуацию и должен сказать, что наша партия всегда только мобилизуется в результате любых успехов, неуспехов, любых этапов политической борьбы. У нас впереди очень большая, важная работа. Мы партия молодая, которая только-только, всего лишь 5 лет, и самые яркие победные страницы нашей партии еще впереди. И я буду вести к этим победам нашу партию, как лидер партии «Справедливая Россия».